Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга Балдурсгейт. Уже не знаю я, какая это серия. Мы с вами все ходим, ходим, бродим, ходим. И червячки наши ходят вместе с нами в нашей голове. Мы по-прежнему в Норк, по-моему, это называется. Центр вживления червяков. И я не нашла, о каких червяках идет речь. Я пробовала тут уже и эти бочки ставить, и кидать, и взрывать. И чего я только не пробовала, они взрываются, ничего больше не взрывается. Фонарь вот этот вот с мозгами не взрывается. Этот взрывается. В общем, толку никакого нету. Так, я не знаю, это я при вас вызвала, не при вас вызвала. У нас тут много всяких чертей. Итак, наш Уилл выпустил Мизору. И получил за это приз, автомобиль. Он получил за это адскую рапиру. И адская рапира дает нам способность планарный союзник комбион. Давайте же возьмем ее. Ну, не так, чтобы она была сама как оружие хороша. 6-13. Адская рапира, а клинок крика, он еще психический урон наносит. Ну, кубик, правда, у рапиры чуть-чуть получше. 1d8 плюс 5, тут 1d8 плюс 4. Ну, психический урон тоже неплохо. Но, как говорится, планарный союзник. Так вот, вот у нас появился планарный союзник. Ну что, давай Уилл вызовем. Вызовем Уилл. Вау, комбион. Офигеть, чертяка такой. Это похож на этого жалко. Давай посмотрим, что из себя представляет комбион. Уилл, теперь посмотри, у него призванный бес, у него элементаль огня и у него комбион. Так, комбион, что ты умеешь? Истощающий поцелуй. Ага. Лучи огня. О, разброс, конечно, обалденный. От 9 до 54. Ну, наверное, критически это 54, но поди его выкини. Так, обворожение бестии. Обворожить гуманоида, не давая ему атаковать вас. Ну, что-то такое себе. Так, атака основной рукой такое себе. Напористая атака такое себе. Что у тебя там? У него глефа или что-то? Что это? Глефа, да. Ничего дать мы ему не можем. Мы вызывали кучу всяких спутников, следопытов, фамильяров. Мы еще можем призвать Шкряба. Шадухарт никого не может призвать. Шадухарт на самом деле может поднять какого-нибудь скелета. А ну-ка давай-ка, Шедик. А то что такое? Все с напарниками, а ты без. Смотри, у тебя же было, да, вот у тебя скелет. Оживление мертвецов. Замечательно. Мертвецов мы тут найдем. Приказ. Может быть, можно выкинуть приказ на самом деле. А это что? Светоч надежды. Давай-ка мы выкинем приказ, а поставим оживление мертвецов. Эдик. И пошли искать мертвецов. И пошли искать мертвецов. Слушай, тут, кстати, их дофига. Вон, смотри, скелет сидит. Здесь вей. Ну давай, иди, вон, оживляй мертвеца. Ну, попробуем. Что-то как-то я как-то пробовала, у меня не получалось. А, зомби. Зомби-специалист по ближнему бою. Так, это мертвец-скелет специалиста по дальнему бою. Давай возьмем специалиста по дальнему бою. А это что, пятого? Упырь. Упырь. А это летучая поезд. Слушай, давай упыря. А, подожди. А ты можешь просто так его создать? И посмотри, какого упыря она создала. Вот это да, вот это шедоу. Что делает упырь? Ну, правильно, у всех есть. Так, что он, что это такое? Пожирание. С условием. Укус наносит.
исцеляет сам столько же очков здоровья. Ну это подожди, ближний бой. И когти. Но он все-таки ближний бой получается. Ну ладненько, упырь так упырь, пошли. Куда мы еще не ходили? Куда это? Куда мы идем? Мы здесь не были. Давайте-ка мы все присядем. Упыри и прочие. Ой, кто-то рычит. Однако толпа у нас собралась знатная. Что у нас тут? А, вон стоят. А драться будем, да? Я вижу. Вот эту штуку. Слушай, давай-ка мы отстегнемся. И ворон я своих отстегну. Сами мы попробуем. Низенько, низенько. Приноси смерть, принимай смерть, стань смертью. Закрытый разум сопрем. Упс. Мешок из рогожки. Все возьмем. Что тут еще есть? Кто такие? Сие есть ее благословение, его посвящение, а ты его коса. Лохматый Генри. Магью Бурдж. Железный палец. Ресса, костяная дочь. А ну, соберитесь, победа ждет нас впереди. Ой-ой. Ой-ой. А как они меня видят? На генерала Торма было совершено покушение. Отдан приказ эвакуироваться. Тебя здесь быть не должно. Поэтому я полагаю, ты из тех, кто напал на него. А ты напала на Шедика. Большая ошибка. Какой у нее, смотри, костюмчик. Черепа, эполеты. Угу. Обман. Шедик, у тебя все плохо с обманом. Поосторожнее с такими обвинениями. Я верная. Хочешь помериться со мной рангом? И ни слова беспокойства о нашем дорогом герцоге? Я вручу твои кости генералу Торму. Достойная кара. Да за все. Блин. Вилка собирается всех ухайдокать. Так, у нас кто-то остался невидим. Вилка рассекретилась. А, подожди, а ты где? Тут-то я смотрела, что кого-то мне не хватало. Угу. Мефит у нас тут заблудился. Давай, давай, Мефит. Кстати, эту резонансную сферу я так и не взяла. Может, и не нужна она нам. Здрасте, мозги. Я же сюда лечу. Как нам пройти куда-то? Наверное, как-то так. Здрасте. Мефит, а ты можешь спрятаться? Нет, Мефит не прячется. Хорошо, Мефит. Что у нас тут? Как у нас тут обстоят дела? А, ты вообще откуда-то с другого места сюда прилетел? Мефит, а как так ты не прячешься? Ну, лети, пока не долетишь. Вот, долетел. Трись, трись, трись. Кто у нас первый ходит? Я хожу первая, да? Кто перед нами? Перед нами железный палец. Ну что вы такие несговорчивые? Не поговорить, не... Коронующий удар. Я попробую, никогда не пробовала. Бах! Испытание пройдено. Плохо, маленький удар.
Я попробую на нее разрыв ткани нанести. Ошеломляющие. Тебя. А, на щит одела. Угу. Вряд ли я что-то выпью. Откуда у меня? Вытнуть личинку. Очень хочу, но пока не буду. Это наш козырь. Так. Что? Какой бэк? Какой черту бэк? Вот стоит Кресса. Баронесса. Уилл. Ай, мы же не восстановили ни... вот это вот ничего. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, Уилл, а у тебя вообще никакого нету. Давай-ка, Уилл, ухожу один я на дорогу. Ну, плохо. А, ну хотя невидимость понятна, но ты походить ведь не сможешь, да? Вилка. Не успеешь ты никого прибить. Напугать тоже. Так ты станешь невидимым. Бэмс. Огонек, огонек, огонек у нас должен добраться до вот этой тетеньки. Здравствуй, девица. Здравствуй, красная. Кресса, конечно, очень странная. Такой у нее шишак треугольный на голове. Давай ее посмотрим вообще, в принципе. Человек. Че там тебя не натирает? Мозг. Так, что у нее? Интеллект у нее? Она это... Владычица душ. Гуманоид 8 уровня. Ну, ничего у нее. Настойчивость у нее и магический доспех, который, похоже, мы ей уже сбили. Огонек, давай ты попробуешь ее цапнуть. Чуть-чуть осталось, не добил. Ладно. Умолять будешь о смерти, но мы торопиться не станем. А, ворона теперь только вступила в бой. Окей. Ну чего замялись? Обнаружение присутствия? Потратил действие на то, чтобы лопату обнаружить. Глупый. Так, Камбион, кстати, летает, но не очень далеко. Камбион, а ты не хочешь долететь? Или вот сюда давай. Истощающий поцелуй. А почему недопустимая цель? Ах, обвороженному вашим обворожением бестии. То есть сначала надо тебя очаровать. Блин, а зачем ты Уилла-то очаровал? Мамми, это был, а, нет, слушайте, ну все, короче, ой, как стыдно, фиаско, братан, улетай отсюда. Позор, это просто позор какой-то. Давай, бес, на тебя вся надежда, иди сюда, ну или куда-нибудь сюда. Сай, дяденьку. А что вот это такое? Невидимость. Ага. Сай, дяденьку. Ой. Бес, а почему ты такой больной? А, у него, очевидно, у дяденьки-то отдача наверняка, да? Да, да. Такая лохматый Генри. Багбер. Я не вижу, чтобы у него какие-то более
отдачи. Странно. Лохматый Генри, это серьезно. Слушай, нам надо сожрать Генри этот. Давай-ка ты подлетишь сюда, упырь. Слушай, упырь, знаешь что? Иди-ка вот Крессу сожри. Потому что что-то как-то мне не нравится, как у нас разворачиваются события. У нее совсем чуть-чуть, поэтому я думаю, что когти тут самое то. Вот. Отойди немножко. Так, чтобы они не разбили эту банку. Они могут, и мы могли бы, но я не хотела устраивать там такого. Так, вороны. Вороны, интересно, а если ты клюнешь дяденьку, ты тоже получишь, да? А, ты промазала. Окей, ладно. Так, Shadow. Нам лечить, в принципе, никого не надо. А где вот этот? Магтью Бурдж. Он вообще где-то, где он есть-то? А, он далеко. Хорошо. Так, Шедик, давай-ка. Что мы там можем сделать? Дать кому-нибудь по голове. Давай свои фокусы. Как ни странно, они у тебя попадают. Так, ну и молоток, молоток, давай. Вот. Так, ну что, вся наша большая компания, давай. Этот самый проклятие ворона. Нет. Подлети, пожалуйста. И давай. Вот они такие, они и страшные. И, конечно, странная компашка, да, Гейл? Так, Гейл, а тебе надо его, наверное, полить, подпалить и допалить. Ну, Гейл, ну как же так? Ну, Гейл. Ладно. Сионическая отдача. Зря мы, что ли, червяков жрали. Так, Мефит, тебе надо швырнуться, наверное, холодом. Ты... Слушай, а ты дотянешься? Сями, дотянешься? А если ты подлетишь? И морозными когтями. И промажешь. Молодец. Молодец, Мефит. Хотя, слушай, нет, не буду я вас поить никакими лекарствами, обойдетесь. Так, молоток, ну ты-то попадешь? Попал, попал, смотри-ка, молоточек наш. Первый раз за всю историю прохождения он сделал что-то полезное. Так, где там наша... Гадё... Не знаю, молоток, вряд ли ты там чем-нибудь поможешь. Так, Мефи. Ну, давай уже, вот же. Докинешь? Боюсь, что не докинет. Докинет. Докинул. Так, сейчас побежит этот свеженький бежачок. Обвороженно выл отравит. А, выл, смотри, как у тебя хорошо. Ты не хочешь его? Касание упыря. А, смотри, как у тебя всего много. Ну, давай, попробуй его. Упырни. А он, зараза, поставил щит. Ладно.
Уилка, Уилка, пугай, гада. И что? Черепобой. А ну-ка, дай-ка мы его осмотрим. Он не пугается, он не боится вилок. Это очень сильный характер. Броня Агафиса у него еще. Урон холодом. Угу. Так, ладно, Уилка, Уилка, уходи. Так и огонь ничего не сделает. Подожди, а там это, мелкая-то. Мелкая-то. Да может, моя ее добьет. А сколько там ей осталось? 11? Давай-ка ты лучше... Сделай мне выброс пепла. Да-да, по площади это проходит. Проходит площадь на тебя. Так, а нау мы будем бить. Ну, вот, видишь, как хорошо. Мы будем бить, и мы будем пить. А, пить уже не можем? Безобразие. Так, ну что мы можем сделать? Ну, бесполезно в него стрелять. Можем, конечно, стрельнуть. О! Мы его пробили. Интересно. Точно пить не могу. Почему не могу выпить? Выпьем водки. Так, ну вот. Выражение. Родина, однако, испытание. Не обворожился он. Не, Камбион, оставь свои эти попытки обворожения. Надо тебе просто-напросто бить. Вот, например, вампирчик. Пожирание. Ты можешь взять его и не лежит... А, не спит, а не в ног... А, так вот что. Ну, давай когти. Хотя, мне кажется... Нет, сфера не это. Значит, смотри, надо что? Еще раз. А, не, ну, да, недостаточно. Короче, нокаут, кома, еще что-то. Иди ему глаз скушай. Молодец. Пока он слепой, давай отойди. Так, Shadowheart, ты, наверное... Заклинание это те самые шар у него. Еще один ход пробудет. Давай сделаем массовое излечение, что ли. На всех подходит. Ну да. Вот. И. Ну, давай попробуем, но мне кажется, не пройдет. Но прошло все равно. Очень странно. Что за щит? Наверное, какой-то определенный был. Я сейчас уже даже не почитаю. Дурное... А, нет, почитаю. А, Вилла, что с тобой такое? Отравление. Ах, невосприимчивость к волшебной стреле. И броня у него увеличивается на 5. Ну, волшебными стрелами мы и не собираемся стреляться. Собираемся нагадить себе на голову. Вот как-то так. Вот и все наше волшебство. А ты что думал? Так, Уилл, какие у тебя фокусы? Фокусник Уилл. Фу, Уилл, Гейл. Брызг яда, например. Смотри, брызг. И брызнем на него рядом. А, надо подойти при этом. Мяк. Кто такие были? Был все еще травится там. А, нет.
Ой, не-не-не, братва. Братва. Давай-ка мы посмотрим. Мэтью. Магтью. Что это такое? Цепь Меркула? Опять цепь Меркула? Лохматый Генри. Тоже цепь Меркула. Апельсинчик. Ты какой. Гурман. Ой, щит с любовью, сапоги. Это кресса. Поговорить бы с ними. Дьявольский цепь Меркула. Смотри, а это уже интересная штучка. Угу. Значит, ты была главная тут, судя по всему. Давай-ка мы дадим шедухи. А, подожди, была же где-то еще мелкая. Давай отцепимся от них, от всех. И от наших ворон тоже. Ага. Вот. Что мы опять понабрали? Кому отдать? Давай, Shadowheart. Кто еще с нами? Уилл, да? Вот, Уилл, держи. Уилл, что это такое? А, да, это мы там всякой гадости набрали, страшно, противные. Омерзительные гадости. Медведей давай я в лагерь отправлю. Руническая табличка. Мозги. Держи, Уилл, морковку. Тухлую. Так. Письмо от Железного Пальца. Железный Палец – это вот она. А, то есть они как бы все по своим кельям разошлись. Железный Палец. А мы все почитаем. Она. Она рано или поздно засунет его в меня. О, кресса, которую посвятили одновременно со мной столько долгих лет назад. Она подсадит мне в ухо паразита, пока я сплю. Не может жить без питомца для опытов. Ей нужен раб в клетке, чтобы пойти в своей работе дальше, чем позволяет ей Бальтазар Кресса. Я помню время, когда мы с ней топтали муравьев и тут же их оживляли. Наши первые смерти. Надеюсь, где-то глубоко внутри ты тоже об этом помнишь. Кресса, значит, точно была главная тут, да? Ладно, ладно, сейчас мы все посмотрим. Сейчас мы все обыщем. Сейчас мы все найдем. Как и предыдущая игра Ларианов, они никогда не оставляют себе. Никогда не оставляют себя в беде. Даже если ты потерял все свое оружие и все-все-все, ты всегда что-нибудь да найдешь. Какой-нибудь щит, какой-нибудь меч, еще что-то. Ну, вот как сейчас, например, да? Что-то мы да нашли. Вот, чтобы не совсем голыми руками биться. Хотя бывает так, что и, да, и голыми руками. И голыми руками. Так, здесь все у нас? Ну, вроде как все. Так, это было, значит, это пальца келья. Уютненько у вас тут, что и говорить. Так, а это чья келья была? Келья. Лохматого Генри. Дневник Генри. Давай прочтем для начала. О, эти скользкие внутренности, эти текучие помещения. Сколько времени мы уже провели здесь, изготавливая рабов? Я больше не хочу. Голос Меркула в моей голове заглушен моими же разрастающимися страхами. Владыки костей, трусы не нужны. Все вокруг здесь словно не настоящие. Я в чреве Кракена. Меня вывернули наизнанку. Я больше не в мире живых. Серая пустошь Меркула всегда казалась мне мирной, спокойной. Не такой. Да. На липком стуле посидим.
Так, я не знаю, буду ли я, да, черт возьми, брать черепа, отрезанные ноги, скелеты, косточки. Не, ноги, руки точно мы брать не будем. И в тебе ничего. Кровать. Подожди, возьми-ка. А, мы так перевесимся. Мы так перевесимся, так что вообще ни шагу сделать не сможем. Да-да. Дубину великана с собой таскаем. Слушай, сколько... В смысле не дотянуться? Только хотела сказать, сколько он стоит. Он стоит копейку, смысла его нету таскать. Так, ну и сундук твой. Угу. Ингредиентики там. Ладно, Генри. Твою комнатеночку мы обыскали. Абсолют, все шепчет. Все шепчет. И шепчет. Так, тут мы были, да? Нет, тут мы не были. Кто у нас тут? А, это сама Кресса и ее журнал. Эксперименты над номером один, день четвертый. Я снова заметила подтекание жидкости из ротовой полости, и мне удалось восстановить установить причину. Из-за необычного способа введения паразита его выделение вытекает наружу, а не поглощается мозгом, как у других рабов. Я точно не знаю, почему паразит выделяет это масло, но оно пахнет чесноком. Как мы теперь знаем, это указывает на то, что паразит питался мозговым веществом своего хозяина. Я взяла образец ушной жидкости. А, через ухо подсаживали. День пятый. Вивексация. Подопытный не проявил никаких признаков боли, а когда я разматывала кишечник, он схватил тонкую кишку, словно веревку, и потянулся ко мне, чтобы обмотать орган вокруг моей шеи и, по всей видимости, меня задушить. Увы, в его руках совсем не осталось силы. Пришлось зашить ему кишки обратно в чрево. Попробую заново в другой день. Офигеть вообще. Офигеть, у вас тут опыты были вообще просто конченые. Просто конченые. Что Бальтазар, что эти все. Иди забирай жаровню. Груда костей, мозг, записки Кресса опять. Дай-ка прочтем. Я видела тысячи ушей. Некоторые из них рефлекторно вздрагивали, когда чувствовали, что червь вот-вот в них зароется. Червю требуется больше времени, чтобы проникнуть в мозг, если ушной канал не прочищен. Тогда мне приходится брать в руки ушную свечу. Как же это все уныло. Я устала от бесконечных ушей. Я устала от того, что мне поручают лишь одну задачу – изготавливать рабов. Всеми сведениями о работе мозга заведуют избранные, а нам скармливают лишь крупицы знаний. Нам запрещено изучать мозговую деятельность рабов. Мне нужен новый раб, такой, о котором бы не знал Бальтазар. Существо исключительной силы воли, вроде моего старого питомца, даже под действием паразита – может сохранять фрагменты своей прежней личности. Нам нужно знать, почему такое происходит. Да, кстати, где-то мы читали, что был у нее питомец. И вот теперь его Бальтазар то ли забрал, то ли извел, то ли что ж, уже не помню. Так, ну это у нас пойдет в товары, естественно. Естественно. Вот еще какая-то книжечка. Нет, прочитать не можем. Все? Все? Ладно. И не спойлерите мне по поводу того, что за питомец. Есть у меня кое-какие подозрения, но не надо мне рассказывать. Так, здесь мы, по-моему, начинали, да? Здесь вообще какая-то кладовка. Наверное, их припасы. Такое вилы. Ноги висят, коптятся. Копченые ножки.
А скелеты у них везде сидят, это как в качестве украшения. Это как во дворцах ставили скульптуры из мрамора. У них скелеты висят. Дневник Матью Бурджа. Угу. Это тот самый, у которого мы прибыли самым последним. Так, подожди, товары, прочти. Я иногда вспоминаю нашу жизнь на шкеле. Жизнь простых деревенских врачей. Все, что мы тогда хотели, быть лучшими в своем ремесле. Научиться излечивать любые смертельные раны. Как мы дошли до жизни такой? Греция сама не своя с тех пор, как ее ручного верного забрали на тот наутилоид. И я к ней даже прикоснуться теперь не могу. Зеленею от одной лишь мысли об этом. Моя родная жена мне теперь настолько отвратительна. Впрочем, что мне осталось от моей жены? Ах, так она тебе еще и жена. Я думал, что избавившись от ее любимчика, я помогу ей прийти в чувство, что она продолжает страдать по этому... озверевшему трупу. Если она узнает, что я сдал ее Бальтазару, рассказал ему, что она прятала существо у себя, она меня убьет. Потом поднимет и убьет еще раз. Так вот, вот. У меня, по-моему, сестра читала эту книгу, и я помню, что была эта история. Значит, муженек в том цвете кресы сдал на наутилоид. Интересно. Жалко, конечно, что у нас получилась битва. Не знаю, можно ли ее там уговорить. Но мы бы рассказали Крессе. Мы бы сдали муженька с потрохами. Ох, сдали бы. Посмотрим. Может быть, будем играть с Гиперборейским. Может, получится. Он у нас умеет хорошо болтать. Дар красноречия у него повышен. Вот. Если мы опять все там не прохлопаем, то... Слушай, там какой-то хрящевой сундук. А мы там не были, а где хрящевой сундук? Пошли. Хрящевой сундук. А, это вот где они тут это... давали всяческие клятвы. Кроваво-сливовая краска. Очень мило. Очень мило. Очень миленько. Угу. Что у нас тут? Так, прям ничего. А вот они тут расчленили опять. А зачем нам вот это? Ух ты! Вот какой тут вид-то открывается. Да чей же такой череп-то? Да что же за существо-то такое было? Ну, я, скорее всего, как там этот бог-то этот? Баал? Нет, не Баал. Бейн. Скорее всего, он... Нет? Кресса. Так, ну все, мы тут обходили. Давай-ка посмотрим. Ну, наверное, все облазили, да? Так, давай возьмем ворон. Возьмем всех наших. Пусто. Все везде пусто. Пришли. Вымели. Все, подожди. А я здесь лазила? Нет, не здесь. Мы когда пришли, я залезла. И мы там еще не все обшарили. А, это у этой. У железного пальца. Мы были в гостях. Сказки. Пойдем. Пирожки мои, пошли. Вот и что делаете? А, слушай, я-то этих... вот надо было, что мне за кадром-то сделать. Побирать. Этих всех. Надеюсь, что на меня не кинутся. Или я кого-то отбирала уже.
пожиратель интеллекта. Вам же не надо то, что в этих элитидах. А нам это пригодится. Да. Так, значит, смотри, нам надо теперь куда? Во-первых, мы набрали банок, да, еще. Надо их еще попользовать. Где это было? Это было здесь. Я хочу узнать все истории этих мозгов в банках, которые мы понаходили. Вот, и может быть, прихватить таки этот резонатор, я не знаю. Он, конечно, дебафает. О, а тут мы были? Да, судя по всему, были. Какие-то огромные скелеты, там что-то висит. Так, знаете что? Отцепитесь от меня все, и вороны тоже. Я сама схожу. Так, чтобы всех не таскать с собой. Да что ж там за буквы-то? А что, сюда можно было пройти? Прям вот сюда-сюда. Да. Это местечко не для чувствительных барышень. Давай, бери в товары. Бери в товары. В конце концов, все продадим. Все денежка. А, это я не могу забрать. Ну ладно, давай. Что мы туда еще не ставили? Какие? Мы там нашли сейчас, вот только что подобрали баночку-то, да? Закрытый разум. Ой, мы сделаем так, самое новое. Вот. Закрытый разум и свежий разум. Разве что мы закрытый разум не пробовали. Голова. Скоро все эти смехушечки закончатся. Никто не сможет сказать с гномом в страже не место. Этот Гарташ классную штуку придумал. Что-то вроде тренировочного лагеря. Не знаю, как я оттуда в стражу попаду. Но он вроде парень башковитый. Гарташ, тренировочный лагерь. Окей. Это был закрытый разум. Он идет в Shadowheart. Я думаю, что потом их можно продать. Я так думаю. Так, а сюда мы ставим последний найденный. Это свежий. Свежий разум. Голова болит. Можно я пойду в кроватку, мам? Господи, это ребенка сознание. Я вообще ни разу не твоя мама. Так, это очень пугает. Спи, малыш. Как ты тут оказалась? Я тут живу. Это мой дом. Наш дом. Правда, мам? А мы видели большую улитку. Она упала с неба. Я так спать хочу, не буди меня так часто. Большая улитка. Ну, большая улитка, понятно, что это наутилоид. Тогда пора уснуть. Спокойной ночи тебе. А я, похоже, теперь уже никогда не усну. Ты вообще никогда не проснешься, малыш. О, как это все печально. Давай спросим, что за улитка. С большими кривыми лапами. Короче, давай, спи. Спокойной ночи. Сладких снов, мамочка. Я тебя люблю.
спать, мамочка. Спать, он слепый, я сонный, он говорит. Вернее, это она, как мы выяснили. Жутенько. Жутенько. Давай-ка мы это все дадим Шеди. Вот, а сами почти что налегке пойдем дальше. Так, ну что ж, все. Все у нас тут, все. Все собрали баночки. Давай воссоединимся с нашими воронами, со всей нашей командой и пошли. Пошли на главное событие этой локации. Мы же не просто так тут бегаем. Не без этого, конечно. Так, я вот только не помню. А, вот сюда, сюда, сюда. В принципе, можно пособирать все вот эти резервуары. Но как там? У нас на самом деле дофига всяких бочонков в лагере. И я их не пользовал, потому что нету, надо принести. Так, подожди, кого у нас прибили? Шэдоу так и бегает с этим. Я бегу. Вороны все со мной. Все со мной. Так, Гейл, у тебя... А, у Уилла прибили этого. Его беса. Восстановись, Уилл. Вызови беса. Ну, вроде как все, да? Так, давай, Уилл, еще раз восстановись. Все, у всех все восстановлено. И пошли. Пошли дергать за веревочку. А, слушай, я не взяла. Сбегайте кто-нибудь. Ну ладно, я сбегаю сама. Сбегаю сама. Что быть? Орёлк с палками. Благо, это недалеко. За резонатором. Бешеных денег, наверное, стоит. Такое устройство. Там был. Некротическая лаборатория. Подожди, а почему все-таки за мной кто-то летит? А, так вы все вместе за мной бежите. Остались только вороны. Черт. Ладно. Во-первых, мы вот это возьмем. Добавим в товары. Да, теперь у нас у всех будет переполняющее нас блаженство. Ну, как я и говорю, это, в принципе, дебаф. Поэтому я считаю, преимущество при проверках физических параметров и помеху при ментальных. А ментальные это тут параметры нам, в принципе, нужны тоже. Что я сделала? Что я сделала? Я в темноте нажала какую-то не ту кнопку. Это было неосмотрительно с моей стороны. Ой, да блин. Сколько он стоит? Одну монетку? В лагерь отправим. Пусть они там блаженствуют. Что хотят, то и делают, а мы уходим. Все. Нажала я зачем-то короткий отдых. И вообще, морально мы не готовы. О, ворона. Ворона летит к тому, чтобы идти на бой с Кетариком Тормом. Какие-то рассеянные.
бассейне. Гейл, у тебя есть броня? Есть. Шэдди, где твоя эгида шар? Почему у тебя нету эгиды шар? Может, и не нужна тебе. О, нет, подожди, не надо никуда нажимать. Освобождение. А теперь вы все... А, я же говорю. Это у меня прям... Несобранность вообще никакая. Давай, беги. Беги, Шэдик, беги. В кишки залезли. Так, бежит вся банда. Вот, банда вся. О, у нас скелетик есть. Так, Шэдди, ты прибежишь сюда, а ты не Let's Move, а иди смотри. Как так ты скелета не смотрела? Где я видела? О, косточка. Так, ну что, теперь все? Теперь все. Ладно, бандота, полетели. У кого-нибудь еще сейчас личинка суетится больше обычного? Она как будто чем-то взволнована. Ее к этому тянет. Омолаживающие миазмы. Мы все тут точно? И прошла сохраночка. Мы подошли к воротам. Кто там остался? Давай, 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 игра, грузись. Очень много сохранок, надо чистить. Прям такие фризы идут, когда идет сохранка. А че вы тут торчите? Уилл, а ты, тебе как, особое приглашение надо или что? Как мне попасть? В смысле не попасть? Начинается. Слишком ты, Уилл, омолодился. Так, ну что ж, все, друзья мои, на этом мы с вами закончим. Сохраночка у нас прошла, и за эту дверь из плоти мы зайдем с вами уже в следующей серии. Ну а всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.